Добрый день, коллеги. Очень часто мне задают вопрос, стоит ли работать в системе ДМС, насколько это выгодно, насколько это перспективно. И на этот вопрос я всегда отвечаю как бы в двух вариантах развития событий. Да? Если у вас есть уже сформированная база, и вы уже действительно хорошо зарабатываете на физических лицах, то это будет для вас дополнительным источником дохода. Если вы только начали работать, и у вас еще недостаточный поток физических лиц, то это то система ДМС позволит вам привлечь новых физиков и новых страховых пациентов, на которых вы сможете действительно заработать. А существуют определенные правила игры ДМС, которые описываются взаимодействиями участников, и какие все-таки есть схемы взаимодействия, и что вы в результате получите. И вот как раз вот об этих правилах игры я буду рассказывать на своем цикле в учебном центре на гастрономии.